В ожидании легенды советского и мирового хоккея Владислава Третьяка, семья Масловых, Андрей и Всеволод мечтают получить автограф трехкратного олимпийского чемпиона. Для юного голкипера Всеволода это огромный стимул тренироваться. Он не только хочет, когда подрастет, выиграть кубок Третьяка, но и, как его кумир, играть за национальную сборную, прославить Самару и всю Самарскую область. Список известных голкиперов юный хоккеист знает наизусть. Знаю Третьяка, знаю Варламова, знаю Бобровского, знаю Кошечкина. На торжественной церемонии открытия турнира Кубок Владислава Третьяка президент Федерации хоккея России вручил губернатору Дмитрию Азарову высший хоккейный орден за верность этой игре. Масштаб турнира – это география всей нашей великой Родины. Вы знаете, что там приехали ребята из Дальнего Востока, из западных территорий нашей великой страны. И наши братья и друзья из Беларуси, чему я очень рад. Поэтому этот кубок мы сейчас в этом году – кубок союзного государства в полной мере. Кубок Третьяка проходит в Самаре более 15 лет. Все это время команды играли в хоккей в старом ледовом дворце спорта. Легенда хоккея подчеркнул, что губернатор Дмитрий Азаров – человек слова. Он сдержал обещание и построил новую спортивную арену. Большая работа ведется как губернатор и его команды, это заметно. Это сразу заметно, особенно когда ты год не бываешь, сразу видишь что-то новое. Дороги строятся, все делается для людей, это очень важно. Фотосессию и автографы на память юным хоккеистам Самарской спортшколы «Комета» подарили губернатор Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Влад, серьезный парень. И такой терпеливый стоит спокойно. Успехов тебе, Влад. За кубок Третьяка всю неделю будут сражаться 12 команд в двух дивизионах. Самарская область представляет Тольяттинская «Лада». На первом этапе они сыграют с такими известными хоккейными школами России, как «Акбарс», «Амур» и «Югра». Команда «Акбарса» очень хороший, достойный соперник. По классу выше нас, скажем так, да, и в принципе первый период показал это. Я уверен в этом, что такие турниры очень полезны, это очень хороший опыт для мальчишек в плане роста, в плане развития, в плане совершенствования. Кубок Владислава Третьяка уже давно дает дорогу в спортивную жизнь тысячам начинающих спортсменов. Мальчишкам от 11 лет и старше. Многие из них позже становились настоящими звездами мирового хоккея. Например, москвич Александр Овечкин и самарец Семен Варламов. Тренеры уверены, этот турнир – отличная кузница российских хоккеистов. С Третьяком знаком лично, на сборах встречались с ними на Вратарске. Он делает хорошее дело для нашего хоккея, помогает нам, и такие вещи, они впечатляют. У нас в Сочи играет Внуково на воротах. На соревнованиях любители хоккея увидят такие прославленные школы советского и российского хоккея, как ЦСКА, Динамо и Спартак. Призеры и победители поднимутся на пьедестал почета в пятницу 19 мая в Ледовом дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Игорь Казановский. События.